Столб это местный, да, каменные берег? столбы, это местные А обереги, они ваши здесь. обереги А какие? наши обереги это вот это, ну, к сожалению, вот эта часть развалилась после метели. Не надо ее снимать. Так, вот это ваше хозяйство? Да, как бы Для все, что себя вы нам. как называли ее? Было какое-то там? Нет, абсолютно не было ничего как-то. Но я не знаю, вот после вот этого такой ситуации, что вроде как бы было обещано одно, оказалось на самом деле совершенно другое. Еще и попытались обвинить меня в не знаю, непонятно в чем, в захвате жетла. Но все равно какие-то Вот. счастливые моменты вы здесь переживали? Конечно, Да? конечно, рождение двоих детей. Да? Конечно, это вот, то есть мы Сейчас это... я со спины надо. Это, как говорят англичане, no regrets. No regrets. Тут родились двое ваших детей. Да, Тут да. вы сказали, этот красный буряк собирали. Тут пейзаж на Ну, миллион долларов, когда весна, да? это было удивительно, да, вот что красный буряк, червоный буряк, это было удивительно, что вот здесь такой почвой был такой хороший урожай. Без химикатов, то есть абсолютно без химикатов. Вот. А, поймали пчел, то есть как бы вот как-то так. Но вы можете назвать это место своим персональным раем там на последние там 3 года? Может, не все было как бы, ну, по раю, ну, в рае тоже там свои Если есть. отбросить вот эти вот нюансы и битву, весь этот бюрократический футбол, Угу. я могу сказать, что да, это очень приближено к тому, что мы ищем. Очень приближено. То есть это своего рода какой-то винницкий, подольский Бали, только там люди ищут в тропики океан и море, а у вас тут свой был Ну, океан. скажем так, в тропиках мы уже были, там неинтересно. Да? Да, а вот тут вот как-то оно вот. Ведь можно и тут найти. Зачем какие-то тропики? Слышно там ваши детки? На самом-то деле. Ну да, сейчас они все сейчас оживут, начнут, вырвутся, вот подсохло. Сейчас вырвутся на свободу. Мы вот сейчас уходили, что вы им сказали? Ну, я сказал, что мне надо вернуться в М? Чернивце, и дома я буду после 7. Понял.